Так, всем привет! Сегодня 27 февраля. Вот приехали мы во Вьетнам, Ничанг, отель Белла Бегония. Номер у нас 103 на втором этаже. Ждали, правда, до часу, хотя, наверное, до двух, так всем говорят, в два начинается заселение. Сейчас расскажу, что в номере есть у нас. Так, 103 номер. Так, закрывается. Открывается карточкой, как всегда. Карточку потом вставляете. И включается везде свет. Вот мне нравятся вот такие защелки. Есть. В Вьетнаме. Оп. Дверь закрыта. Так. Заходим в ванну. Что здесь у нас? Так, два больших полотенца. Такие хорошие. Чистенькие. Два маленьких. Все написано «Бегония». На полу полотенчик. Ванная. Так, вроде ничего. Хорошая ванночка. Вода. Душевая лейка. Ёлки-палки. Что это было? Кто-то душ оставил открытым. Так, вода горячая есть вроде бы. Так, все нормально здесь. Правда, штора почему-то не висит. Будет брызгать все с душевой. Вентилятор. Здесь зеркало. Так, здесь два стаканчика стоит с пепельницей. Потом что-то какие-то разные, я не пойму. Наверное, шампунь. Кондиционер. И мыло. Нет, мыло вот. Маленький кусочек. По одному кусочку. И такая шкатулочка. Эту шкатулочку открываем. И здесь лежит расчесочка, ушные палочки, чувствуется, две зубные щеточки, а в них маленькая зубная паста. Значит, такой вот унитаз, бумага туалетная, только почему-то не висит, а лежит просто. Ведро. Дальше что тут входит у нас? Дальше идет коридор. Мы только вот сумки занесли. Значит, в коридоре корзинка стоит. С какой тряпочкой вышита. Бегония. Тумбочка. Тумбочки. Сланчики такие. Многоразовые. Вьетнамки стоят. Мусорка. Здесь тумбочка. Так, на тумбочке чайник, два бокальчика с пепельницей, две бутылочки воды, чашечки, ложечки, кружечки, все тут, тарелочки. Потом, что тут в наборе у нас? Кофе три в одном. Мы такой не пьем, три в одном. Потом чай, два пакетика и сахар. Две штучки. Так, телевизор. Телевизор у нас плоский. Не знаю, есть вход для флешки. Но тут его не отодвинешь даже, чтобы посмотреть, есть ли вход. Ну, что, тут есть какой-то вход. Вот. Не знаю, будет работать флешка. Нет. То мы где-то были вот. В Эмиратах флешка не пошла, хотя вход был. Так, зеркало большое тут. Потом тут лежит фенчик. Здесь разные, не знаю, правила, что тут есть. Цены, наверное. Штрафы. Говорят, тут штрафы за грязные полотенца, за грязные простыни. Не знаем. Так, вот холодильничек. Ну, как всегда, в номере небольшой. А, и в холодильничке еще две баклажечки воды побольше.
Уже 0,5. Там стоят такие грамм 300. А это 0,5. Стол.